В этом видео Вадя и Николай Попов будут батлиться за лучшие реакции в чат-рулетке. Досмотри ролик до конца, ведь будет весело и жарко. Всем привет, дорогие друзья, Николай Попов, и это новый формат чат-рулетка батл. Суть видео в том, что нам вместе с Вадей дается ровно 1 час на то, чтобы снять по 5 реакций в чат-рулетке, а затем мы их будем смотреть и оценивать. Также, друзья, вы пишите в комментариях, у кого реакции получились лучше. Перед просмотром этого видео поставь лайк, подпишись на канал и про колокольчик не забудь. Это сильно меня мотивирует на создание новых роликов. Кстати, другую версию этого видео можете посмотреть на канале Вадя. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Сыграй какую-нибудь мелодию. Улыбни. Давай сейчас. Веселый, а? Да, ну мужики веселые, кстати, там были. В общем, классная реакция. Hello. Maybe I play guitar for you. Thank you. You're very beautiful. Thank you so much. Okay, bye. Thank you. Bye. Thank you too. Она такая стеснительная довольно, мне показалось. По идее, реакция как бы не особо прям и супер, как бы обычная, но как бы просто красивая картинка, красивая девушка, просто как бы хорошая. Чисто визуально мне понравилась эта реакция. Если играть всеми известную игру GTA San Andreas без кодов, то ее хуй пройдешь. Я захотел тебе GTA San Andreas сыграть. Давай. Кого ты решил наебать? Ты сейчас просто наложил звук. Вот реально, вот в этой чат-рулетке никому нельзя верить. Я реально поверил сначала то, что ты сам играешь. Если не фотоколлаж, фотомонтаж, фотошоп, фотозаменитель, вот этот вот твой, то ты играл бы лучше, потому что ты бы, ну, как просто бы звук бы не подставлял бы, и все, и лучше было. Но не может человек сыграть, например, там, композицию данный, то есть данный трек, какую-то композицию, то бишь, какую-то трек или песню сыграть так, как сыграл сегодня ты. Ты хочешь сказать, что я сейчас включил музыку и играю под музыку, типа? Нет, ну, я понимаю, ну, ты хочешь удивить там меня, подписчиков любимых там. Но обманывать не надо, братан. Не, я все понимаю, да, ну, зазвездился чуть-чуть, там, ну, охота там, ну. Ну, обманывать все равно не надо. А так, ауе, флаг. А как можно играть на гитаре? Просто, типа, там, на одной струне вот так вот? Вот. Ты играешь сам, парень. Молодец, видный чел. А так, если... Вот ты вот уже начинаешь врать немножко подписчикам и всем пацанам. Кстати, тоже классная, да, реакция. Ну, парень явно очень хорошо в музыке разбирается. Очень непонятный парень. А вы знаете «Танец с гробом»? Очень классный, конечно. Спасибо. Да, вот.
А юность знаете? О, да, классно. Очень круто. Хотя такая часто, опять же, реакция на эти песни, ну, как бы хорошая, типа. Тоже обычно, на астрономии всегда обычно там что-нибудь танцуют или что-нибудь как-нибудь. Ну, очень часто, видел даже у меня в роликах, да, такое, типа. Про Октябрьскую революцию. Про Октябрьскую революцию? Так. Давай, ну-ка, мочкани что-нибудь, братец, давай красиво сделаем. Все, что ли? Да. Да ну на. Новую песню выучил. Веселый мужичок такой. Привет. Привет. Хочешь, тебе что-нибудь сыграю? Давай. Давай, слушай. Честно. Что? Я уже кончила твоего фингерстайла. Так, ну реакция была как первая, чем-то похожая в начале. Как первая, как ты с американкой разговаривал, там было что-то похожее. Но концовка здесь, конечно, топовая. Вот. Я эту фразу до конца и так и не понял. Что она имела в виду? Она имела в виду, что она кончила твои игры. Ну давай это оставим зрителям, пусть зрители напишут, что она имела в виду под словом «кончила» от твоей игры. Я битбоксер, а певец, играю на гитаре, также озвучиваю персонажей. А сыграйте ее какую-нибудь, вот любую, как вам по душе. Прикольно, этот топ. Да, харизматичный паренек. А, давай, давай. Давай, готов? Я помню первые обои черная посуда на Классно поете. Спасибо. Спасибо, ты круто играешь. Втюрилась, знаешь песню? Да. Как-то так. Ну, нормальная реакция, я уже говорил, что,
как всегда, под вахтером всегда так подпевают такие. Когда играешь вахтером, всегда так реагируют. Не всегда, но часто. Как бы. Ну, «Вахтер» — это такая культовая песня, хитовая. Как бы такие песни, они никогда не забываются. Есть еще романс очень такой забавный. Он, ну, блять, вот эта русская тема, она забавная. Сейчас звучит злобно так, но немного забавно. Там типа... Давно я не слышал. А что это за песня? Раньше ее часто слышал где-то. Дорогой длинную, дорогой. Ну я из такой русской тоже могу. Кстати, этот паренек мне вроде бы попадался, кстати, в чат рулетки. Вот его лицо очень знакомое прям. Давай. А чё так тихо? Прям я даже ничего не услышал. Тогда я его в программе нечаянно убрал. Забыл его включить перед записью. А... Вот, потом это только создал. А где ты таких девчонок находишь? У тебя... Мне вообще постоянно, мне одни мужики попадаются. Ты специально их ищешь? Если понравилось видео, то подпишись на канал, поставь лайк и отправь это видео своим друзьям. Также подписывайтесь на мой Инстаграм, ТикТок, добавляйтесь в группу ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, там тоже много всего интересного. Также слушайте мои треки, написанные совместно с группой The Light 3, ссылки в описании. Кстати, скоро новый трек. Пока!